вами Клименова Александра, а рядом со мной Мозговая Евгения. Евгения, расскажите, пожалуйста, о своем бизнесе. Занимаюсь помощью, поддержкой предпринимателей малого и микробизнеса, которые строят свой бизнес, масштабируют и выходят на новый уровень, когда у них возникают какие-то проблемы в деятельности, в построении команды, в поиске сотрудников. Я помогаю им в этом сориентироваться, плюс поработать со своими какими-то внутренними состояниями либо какими-то психологическими факторами, которые мешают им в этом. Евгения, вы сегодня будете выступать или вы сегодня как гость пришли на этот форум? Пришла на этот форум познакомиться и, возможно, в дальнейшем буду выступать на нем. Ваша компания сколько лет уже существует? Занимаюсь этой деятельностью уже 2 года. Занимаюсь постоянным повышением квалификации, обучением. Также расту в своей деятельности в рамках людей, которые приходят в работу. То есть уровень людей повышается, клиентов, соответственно, с моим уровнем. Благодарю, успехов вам. Спасибо.